Ну что, надо кого-нибудь поймать на камеру, на черного кота. Сергея Евгеньевича нет, приедет с часу на час. Пока его нет, надо не облажать. Или не оплошать. Да? Исплоховать. Все как он учил. Потом посмотришь на видео, какая проводка была. Я же ее тут здесь. Главное, черный кот. Я говорю, надо кого-то на видео поймать. Все как сенсей сказал, так и делается. Это не меньше, чем та, которая вот до этого была. Все работает, я его даже не ослабляю. Я ее так держу, лови за тапочек теперь ее, Андрюх. Я тренировался. Ты проходил стажировку на Вазузе. Да. Весь прошлый год. И когда я слил, было очень обидно. Дима, она мне сейчас палец воткнет. Посмотри. Все, взял. Опа, видал какая мартышка? Давай, мешочек. Вот такая штука. Кило. Ну, это не прошлый год, не размер. Черный кот, ребят, черный кот. О, как он за ушко зацепился здесь. Матроскин. Волосатый. Вы говорите. Все нормально, рыба есть. Полавлю. Не дубасим, но полавлю. Полавлю, в удовольствие. Знаешь, нет у нас цели такой, чтобы прям... Колбасить, да, до упора мы кинули, выпили, кинули, выпили.